Это видео я делаю специально для девчонок, для тех, кто только начинает свою взрослую жизнь. Сегодня мы поговорим о жадных мужчинах. Знаете пословицу «жадный мужчина хуже нищего», потому что нищий может разбогатеть и отдать вам все, а жадный – никогда. Астрологи назвали 5 самых жадных по знаку зодиака мужчин. 5-е место занимают близнецы. Мужчина-близнецы с вами поделится всем, но поверьте, для начала он сделает так, чтобы выгодно было ему. А это означает, что ждать щедрости от близнецов можно только в том случае, если он богатый и состоятельный. На 4-м месте мужчина-рыбы. Мужчина-рыбы любит делать подарки, но только себе. И если он идет за покупками, то сначала он купит все себе, а потом только посмотрит в сторону жены. Мужчина-дева. Его навряд ли можно назвать щедрым. Они очень не любят делать пустые растраты, но на что-то необходимое они, конечно же, деньги дадут. И дева навряд ли будет задаривать незнакомую женщину подарками, потому что они всегда сомневаются, из-за любви с ним или из-за денег. Девы, конечно, экономные, практичные, но не жадные до мозга костей. Поэтому они на 3-м месте. А на 2-м месте – Скорпион. Скорпион не будет дарить подарки из-за принципа, потому что считает, что любовь – это что-то духовное, и не нужны доказательства материальные. Начиная отношения со Скорпионом, вы получаете верного спутника жизни. Но ждать от него подарки не стоит. Ну и на 1-е место по жадности астрологи разместили Козерога. Козерог не будет просто так дарить вам подарки без какого-то очень серьезного повода. И все не потому, что они супер жадные, а потому, что они очень мало кому доверяют. Козероги очень подозрительные люди и не будут тратить на женщину ни копейки, пока не будут уверены в том, что она искренне их любит. Именно это может привести к изменению ситуации. А вы не забывайте, что бывают исключения. И желаю, чтобы на вашем пути встречались только щедрые и прекрасные мужчины.